ушел в лес и не вернулся. Такой сценарий развития событий лучше не допускать. В самый разгар тихой охоты следует помнить о правилах безопасности и готовиться к походу в лес очень тщательно. Перед тем, как отправиться в путь, надо сообщить близким, куда и насколько вы идете. Одежду лучше выбрать яркую, а не камуфлированную. Так заблудившегося грибника будет легче найти. Если вы все же сбились с пути, свяжитесь со спасателями по номеру 101. Прежде чем войти в лес, выясните, где находятся основные ориентиры – дороги, реки, ручьи, населенные пункты. Определите по компасу стороны света, чтобы знать, в каком направлении вы будете возвращаться. Маленьких детей с собой в лес лучше не брать. Гуляя по лесу, соблюдайте правила пожарной безопасности, а именно, не разжигайте костры, табачные изделия необходимо тщательно тушить,